Высокая трава. И от радости кружится голова. Это осень наш ума сведет опять. Это осень наш ума сведет опять. Ху-ху-ху, yeah. Я скучаю по тебе. Первый тур я проиграл, я не смог закрыть эспандер на 2.5 и пройти сертификацию капитана Фраш. На двойку я сертификацию проходить не захотел, потому что двойку не круто, скажем так, закрывать. А 2.5 не закрыл, потому что сначала, оказывается, надо зажимать карточку, то есть наполовину закрыть эспандер, а потом уже его закрывать. То есть я привык сжимать эспандер с разгона, так легче. Но ничего страшного, я именно за опытом и пришел, это мое первое выступление. В следующий раз я буду знать, что тренироваться на сертификацию надо обязательно с карточкой. То есть вы берете обычную карточку, зажимаете эспандер, вынимаете карточку, только после этого надо сдавливать. А это в два раза тяжелее. И я буквально там 2-3 миллиметра не смог дотянуть, как я не старался. Еще один момент. Эспандер съезжает в руке, и тогда вы его не сожмете. Держите его строго прямо. Твою мать. Все. Видишь, подбивали людей, так никто и не пришел. Добрый день! Сегодня я хотел бы представить вам спортсменов, которые участвуют в этом турнире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Гайдученко. На данный момент я действующая чемпионка мира по армлифтингу. Сегодня постараюсь подтвердить свое звание, если получится. Где вы будете выступать, в какие категории? Я буду выступать в роллинг тангер и аполлон аксель. Спасибо. Сегодня много интересных встреч. Вот встретил звезду и очень приятно пожать руку такому человеку. Обратите внимание на пальцы, пожалуйста. Вот эти пальцы, да? И вот эти пальцы. Халк из фильма «Это реальность». Все. Thank you.
Давай! Составляет 150 килограмм, 500 грамм. Итак, 118 килограмм, но здесь очень жесткая ручка, конечно. Наши американские друзья нам передали очень тяжелый снаряд. Специально готовили. Рекордов не было, очередных. Давай! Супер бицепс! 118 килограмм на камере! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Василий Мерчилов. Собственный вес 68. Давай, 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 давай. Молодец. Молодец. К сожалению, неудачный подход завершил. Вес взят. Татаринцев Спасо-Кукотский Юрий. Готовится Татаринцев Алексей. Стартовый вес был больше, чем я думал, 130 или может быть даже 135 килограмм, я боялся, что я не подниму, но без проблем поднял, потом поставили 150, я вытянул и не удержал, не зафиксировал штангу вверху, опять-таки нехватка опыта в этом виде спорта, и судья не успел махнуть рукой, я штангу поставил вниз. И хотя фактически я повторение сделал, это было как жим лежа в пауэрлифтинге без паузы на груди. То есть хотя повторение было выполнено, мне не засчитали мои 150 килограмм, но... Кулясов Сергей! Зрители, поддержите! К сожалению, нет, завершил соревнование с результатом 180 килограммов. К этому же весу подходит Осиновский Александр. Сегодня представляют у нас, собственно, все оборудование для занятий с силой хвата на этом турнире. Это вот такой вот интересный сайт, который продает оборудование Iron Mind. Только, в общем-то, он на этом чемпионате мира и представляет
данное оборудование. Такой сайт Силоруков.рф. И, например, вот интересные штуки, которых я не видел. Пальцевые эспандеры. То есть можно тренировать силу большого хвата. Сейчас я полегче возьму, а то у меня еще выступление. Так, по очереди каждые два пальца можно. То есть вы можете подтянуть отстающую часть. Потом насадки манус гриф для обычного олимпийского грифа. Например, я так тренировал, как вы заметили, в тягу. Вот совершенно замечательный тренажер. Регулируется нагрузка, и вы можете тренировать ваши предплечья, как сгибать или так и как разгибать или так и сгибать. Это вообще легендарный тренажер, да? Тренажер Стоцкого. Бизон. Бизон, который, да, бизон, который позволяет не просто забодать противника, а накачать себе те мышцы предплечья, которые не работают при работе с обычным оборудованием. То есть на самом деле огромный выбор, и есть и роллинги разные. Это профессиональные для соревнований, это для... На таком... На любительском роллинге занимался я, как вы уже поняли. В общем-то, что я себе сегодня здесь посмотрел для своих тренировок, что я возьму и про что сниму видео, это вот этот тренажер для вращателей и пальцевой эспандер. А также, кто не хочет покупать все эспандеры Captain of Crush, такое есть решение, просто переставляется пружина и регулируется степень нагрузки. Что еще можно рассказать? Можно рассказать, что, ну, скажем так, тоже для тренировки пальцев такое вот очаровательное яичко. То есть вы можете его взять и мять в течение дня, тренируя мышцы, которые не работают при работе с обычной спаром. Такой похожий вариант, но он не легкий. Вот, так что, как мы видим, много чего интересного. Представлены товары не только спортивное питание, но и, собственно, тренировка силы хвата. Were sweet, I didn't blink, I landed in my eyes. Like an exotic dream, the radio's playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la-la-la-la-la. It goes around the world, just la-la-la-la-la. It's all around the world, just la-la-la-la-la. And everybody's singing la-la-la-la-la. Ну это просто ты мнешь, грубо говоря. Это разминка, как массаж пальцев, как продукт для здоровья, чтобы пальцы, когда болят, это спандеры прогминают. Можно показать разные резиночки. Давай, показывай мне. Когда вы тренируете только силу сжатия руки, у вас могут возникнуть боли в руке из-за дисбаланса между мышцами сжимающими и мышцами-разгибателями, распрямителями пальцев. Вот для этого такой вот интересный тренажер, который позволяет слабые мышцы тоже подкачать. Это не усилит ваш хват, но это увеличит здоровье кистевого сустава, чтобы у вас не возникала травма из-за несимметричного развития мышц. Вот, в общем-то, зачем нужны такие пальцевые специальные резиновые браслеты. Как видите, это довольно все интересно.